В Твери на Волге начинается ледоход. Сегодняшнее движение льда можно наблюдать с двух берегов реки. Отметим, что в прошлом году ледоход тоже начался в конце марта. Большие и маленькие льдины принесло с верховья реки, и они размеренно плывут вниз по течению. В пятницу жители вышли на улицу, чтобы запечатлеть весеннюю красоту. И погода к прогулке располагает. Ясно и солнечно. Температура воздуха плюс 7-9 градусов. Если все-таки решите прогуляться по набережной, будьте осторожны. Не подходите к кромке воды. Помните о правилах безопасности.